Здравствуйте. В минувшие выходные в торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового скопления людей стали обязательны QR-коды. Этот знак свидетельствует, что его обладатель либо сделал прививку, либо переболел коронавирусом. В некоторых регионах еще можно использовать справку, что вы здоровы, но она действует буквально несколько дней. Естественно, что уже нашлись граждане, которым эта система не нравится. Они спорят с охранниками, пытаясь отстоять собственные взгляды. Давайте подумаем, зачем власти ввели QR-коды. Объяснение очень простое. Количество скончавшихся и заболевших бьет рекорды. Происходит это из-за того, что вакцинация в нашей стране идет гораздо медленнее, чем в развитых государствах. Получается очень простая закономерность. Чем меньше граждан не заботятся о здоровье, тем больше ограничений. Вакцинировались бы 8 человек из 10, и никаких QR-кодов не понадобилось бы. Спасибо, что смотрите наши новости. Удачи!